Снежинки, елки и снеговики заполонили весь Уссурийск. Не остались в стороне и культурные центры округа. Так ДК «Дружба» на Слободе обзавелся собственной елкой, которая вечером переливается разными цветами. Но основная красота ждет посетителя Дворца культуры внутри. Здесь все светится и блестит. Зеркальные кубы – новинка этого года, плод воображения дизайнера «Дружбы». На этом фантазия работников не иссякла. В большом зале маленьких зрителей ждет сюрприз. У режиссера пришла идея елку сделать из тарелки вылезающую. Сценарий про маленького принца, который передвигается по планетам всяким. Ну и вот как-то так придумали елку, которая вылезает из летающей тарелки. Зимнюю сказку создали для горожан и сотрудники Центра культуры и досуга «Искра». На входе посетителей встречают Дед Мороз, Белочка с изумрудами и Золотая рыбка. Фото с любимыми персонажами каждому. На улице прохожих тоже ждет елка и забавная фотозона. Мы в этом году мы поменяли немножко фотозону. Каждый год стараемся сделать что-то новое, чтобы было интересно, чтобы не повторяться. И вот все делали с удовольствием. Около Дома культуры «Родина» высится красавица-елка. Главный атрибут праздника наряжали всем коллективом. Говорят, приятно создавать красоту своими руками и нести новогоднее настроение горожанам. Анна Клыга, Никита Файзулин, Телемикс.